Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. И освяти дары, посылаемые тобой, словом истины, молитвы, аминь. Стойте. Я вижу теперь, когда ролики подготавливаем, некоторые вот так вот, Тараси вот так вот, рука у него вот так. Пальцы ты никогда не стал. Ну-ка, сложи пальцы, как? Крепко, чтобы было у тебя. Троеперстнали, двоеперстнали. Мы не настаиваем на этом. Как ты научен, мы не переучим. Но ты уже твердо держи. И на левый, вот на лоб, на чрево, где у тебя пуп, так, чтобы чувствовал тело. Направо, чтобы тело. А когда это вот так вот махнет, чтобы вот так вот ткнул плечо, чтобы тело почувствовало. Это крестное знамение. Иоанн Златоуст говорит, небрежного махания, ну а бы как, бесы радуются, мы не видим, а здесь в это время демоны. И они в ладоши хлопают, наш человек, он как попало крестится. Одному было видение, он вот так вот крестится, а другой смотрит на него, у него черт, сидит рогатый, ноги свесил, сидит и смотрит. А почему он руку-то не доносит? А когда ему подсказали, он правильно перекрестился, и он сразу опрокинулся, упал и больше не появился. Но это рассказы, это не из Библии. Но смысл есть в этом. Искренне, серьезно перекреститесь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешно. Поклонитесь. Проверьте себя, рука, чтобы пол могла достать. Ну-ка, один раз руку можно опустить. Правую руку опускать, не левую. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешно. Руку опускать не надо, а теперь не надо руку опускать. Вот так вот, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Руку вот так положить себе. Руку не надо опускать, сказал, ты не слышала? Опускать ее не надо. Это один раз проверить себя, какой поклон. И вот так вот руку приложи к себе и все, еще раз. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Хорошо. Как работали? Какие замечания? Ну, замечания были Виктор Николаевич, Ливию и Ксению поймал, что без благословения зашли в келью. Как же так, сестры? Без благословения нельзя заходить. Мы об этом говорили. А вообще, так, хорошо работает. В какую келью зашли они? Ну, свою, наверное. Вот когда будет отдых, в это время в келье сделайте приборку за это. Договорились? Денежки там какие-нибудь выломайте, все это выметите и больше этого не делайте. Так, подождите сейчас минутку. Я сразу скажу планы какие. Виктор Николаевич попросил староста Барабаш Игорь Александрович помочь что-то там по углу. Оказывается, они все еще засеяны. Даже удивительно это нынче. Вообще-то с непогодой тут. Мы сейчас все до единого, так, в резиновых сапожках, только поели из-за стола, ни минуты не отдыхать, ничего, дорогой отдохнем. Идти, где купается, и там плотина. Через плотину, дальше на насыпь и пойдете. Потому что вчера я приехал сюда, решил с вами пойти на огород. Тятки нет нигде. Виктор Николаевич сейчас спросил, он мне говорит, нету. Ну, я тогда вдоль улицы, мимо храма, и поехал туда, где наш огородчик. Там проехать нельзя, там такая грязь. Я велосипед оставил, кое-как так босиком продрался, никого нету. Я покричал, в лесу никого нету. Одна Игорева кошка там подошла, я погладил ее. Вышел, приехал вокруг этого нашего огородчика, никого нет, вернулся. А Каша это сказал, да они на Саманном. Ну ты мог хоть одно слово-то сказать на Саманном? Ты одно слово пожалел языком шевелить на Саманном. Вот, на Саманном. Сколько время требуется? А я в это время полчаса в таком трудном месте лазил. Нельзя так делать-то. Ну виноват. Да что твое виноват-то мне? Я разговариваю, ему в глаза сказал, поэтому открыто говорю. Вы на наших ошибках учитесь. Мы тоже поступаем иногда необдуманно. Но я не люблю это вот. Куда идем мы? Мы идем на дальний огород, где наша вся картошка, основная картошка. Без картошки нам нельзя. Мы от этого, то, что вы здесь что-то делаете, мы выгоды никакой не имеем. Дрова мы в печке сжигаем, мы готовим хлеб. А кто нам будет готовить? У нас нынче, я не знаю, процентов 70 детей полностью бесплатные. Совершенно бесплатные. А мы покупаем, идем в магазин. Ладно, тут еще одна директор Елена помогает нам. Всегда за нее молитесь, благодетельница наша. Мука у нас есть. Вот работает обслуга, все бесплатно работают. Картошку на костре здесь, а где она будет? В прошлом году мы вот так оставили ее здесь, она есть, поэтому это наша обязанность. Так зелень, чтобы была все время на столе. Все время зелень должна быть на столе. Где Люба Николаевна?
Ну-ка, почему бегом, скажи, сюда идти. Я сказал, во время это, чтобы были все здесь, до единого. Ну, еще. Любовь Николаевна, ну-ка бегом сюда, покажи, как бегаешь. Бегом. Ты же умеешь бегать бегом. Так, впредь больше, чтобы никогда не отставала. Вчера тоже не хотела поехать, а копала как мужик. И мешок, и солодка теперь все есть. Никогда от нас не откалывайся, всю кухонную работу не переделать. Ударил колокол, чтобы все стояли. Лучше за столом лишние 5 минут, а вы не отставали от всех нас. Это нехорошо, всю работу не захватишь. Значит, пойдете здесь по плотине, ты это все заснимешь. Это оператор, он работать не будет, только снимать будет. Дальше по насыпи и выйдете прямо туда, почти к огороду. Минуя грязь, в обход пойдете. Так, идешь туда, Валентина, за детьми наблюдать. Тяпки все взять. Когда кто с тяпкой идет, неси ее аккуратно около себя. К нему никто не подходит, парами не идти один за другим. А остальные так идите, дайте им рукавички, где-то что-то траву рвать, показать им, чтобы все до самого последнего были сегодня на картошке. Там ее до этого баранами они уже проборонили, там травы не так и много. Это первое. Если вернемся, еще время будет, маленечко тут поиграете, и мы сразу уходим в лес. В лес. Так, сейчас не надо ничего делать, не надо расспрашивать. Второе. Вчера Любовь Николаевна, вот наша работница, мне позвонила, что девочки просятся купаться. Купаться на меня ссылается, и вот у одной ухо там заложила. У кого ухо заложила? Аня. Подними руку. Ну ладно. Дальше. У другой губы болят. У кого губы болят? И наша. Вот. Третья там другой у нее. Поплыла карасем, замочилась ночью. Кто? Ладно, не поднимай руку. Вот видите, а вы разрешаете купаться. Я пытаюсь говорить, она меня забивает, и я не стал говорить. Вижу, что не советует, а настаивает. Я легко докажу, что опровержение. В первую очередь, откуда нам известно, что человек не купается, и у него лучшее здоровье будет? Это ниоткуда не известно. Мы стараемся простыни, чтобы были сухие. А у римлян, наоборот, делали мокрые, мокрые заворачивали. Они не глупее нас были. Человеческий организм надо закалять. Вот мне сделали операцию на позвоночнике-то. А чтобы ходить, такая коляска, и вот так вот ходишь, и коляска. Ну, я думаю, я буду закалять. Делать корсеты, чтобы шили на спину там этот. Позвоночник-то вихляется где-то. В это время идет начальник какой-то и говорит: ты эту бричку-то брось, вот эти телегу-то. Ты старайся мускуль не создать, из мускулов корсет создать. Я Виктора Андреевича попросил, там спортзал, а всего 2 дня прошло после операции, это тяжелая операция, позвоночник. Между позвонками вырезали там где-то. Ну, он меня довел до туда, там лежа, боком где-то. Я уже ушел из больницы, выписался, а те, которые были там, они на четвереньках так и стоят. То есть надо прислушаться к советам. Виктор Андреевич, это Николаевич приходит и говорит, вот так и так. Любовь Николаевич, когда купались? Нет, не купались. Как не купались? Я это разрешение не давал прекращать купание. Мы только советовались. Любовь Николаевна даванула ее, и девочки не купались. Я с этим не согласен. Если я твердо скажу, что нет, значит нет. Пока начальником я являюсь. Любовь Николаевна, больше так не делайте. Вы совет дали, мы обсудили и нашли, что девочки могут обкупнуться. А мальчиков туда не в это время не пускают, но никого не сопровождать. Поэтому деревенская Катя или там кто-то, но Катя совершеннолетняя. Говорит, а Василиса, ей нет 16 лет. Но мальчик наш, кто-то, ну допустим, воспитатель, ты хорошо плаваешь, Никита? Вот. Он может пойти с вами, но не доходя до, где раздеваетесь, тут низинка, так около огородчика, он там ляжет, не заходя где скамейка, вот здесь вот, до огородчика еще, возле огородчика, прям сбоку. И он ляжет лицом вниз и пусть там лежит, может дремать. А которая там
16 лет ей нету, она будет с вами купаться и смотреть. Если какая-то неприятность, она громко закричит, и он тут выскочит. Ты в это время должен быть разухший в одежде, никаких в карманах не должно быть ничего, чтобы боишься замокнуть. Броситься на помощь. То есть выход все равно мы найдем какой-то. Девочки должны купаться столько же, сколько мальчики. Мальчики вчера купались? Да. Вот. А девочки опять не купались. Это не посуда. Купались они. Да, только вот эти вот трое. Ну где-то кто-то не купался. Трое не купались. Вот эти трое не купались только. Трое не купались. А, я, значит, у меня неполные сведения были. Так. Давайте еще раз обсудим. У тебя ухо, ты ватой можешь заткнуть его? Все. Ну, ватки там, да не обязательно с головой. Нырнула там, что так тебе, ты купаешься, тебе губам помешает купаться? Да нет, она же все время мокрая, облизывает. Она говорит, что у нее ухо прошло уже. А? Она говорит, ухо прошло у нее уже. Ну прошло, мы теперь будем зеленкой мазать ей. Еще не следует. Пойдемте поприветствуем, вернемся назад. Кто это у нас? У нас... Сейчас посмотрим. Сегодня Ерема пошли. Да. Ерема, да. Не бегай, подожди. Это хорошие ребята. Его звать Еремия, правильно? Давайте, подожди. Так, иди сюда. Вон Ерема. Давайте громко запишем. Доброе утро, Ерема. Доброе утро, Ерема! Доброе утро. Он ответил? Да. Ну сегодня мы не можем пойти. О, у нас работа такая. Возьмете шарика с собой сегодня. Видишь, какие пастухи хорошие, далеко гоняют. Потом, еще когда-то выберем время, нам сегодня с картошкой надо поправиться. Вон корова. Знаете, Тигрыч? А? А вот, боюсь, сестру вот Вику нельзя вообще воду водить. У нее почки больные. Почки больные? Да, я ее не заставляю, но если она просится, может окупнуться. Вот окупнуться хотя бы. Иди сюда. Сразу выйти. Так, ты хочешь? Да. Купаться не хочешь? Ну и все, никто тебя не будет заставлять. А для почек ей нужен березовый сок. Я помаленьку буду давать ей. Понял? Да. Это естественное лекарство, очень сильное. Она должна быть здоровенькая. Вот такая. Вот. Ну все тогда, пойдемте туда. Обедать! Вот да. Завтракать! Вот это, я сейчас посмотрю. Там, так, это что? Это что? Это так, убрать. Ничего здесь не ставит. Видишь, все это грубит. Обломится и тучок в бок. Мама хотела приехать. Сейчас вот в понедельник. Так, быстренько становитесь на место. Обратно все! Ну-ка давай, чтобы мы не закончили еще. Обратно все! Обратно! Значит, ты не купаешься, но я постараюсь помаленьку здесь приносить. Батюшка мне вчера дал березового сока, и ты у меня будешь его на голодное и сделать с медом, чтобы у тебя такой сильный такой был толчок организма. Ты должна быть здоровая. Просто должна. Из лагеря поехать другой. Больше босиком будешь ходить. Знаете, Тихоныч, можно вопрос? Давай. Вот она, когда у нее ухо болело, да. Она слышала какие-то голоса. Ну вот, какие? Ухо. Ну вот у нее спросите, и говорит, ну, ухо болело, и поэтому может какой? Подождать какие купаться. Голоса? Ну, как будто там кто-то а? Как будто там кто-то поет. Ну это еще бывает такое, поет. Обостренный слух бывает, или она вторым слухом? Вот скворец, когда поет, мы слышим. А в это время обнаружили, что он поет еще другим горлышком, которое мы не слышим. Так что ничего тут особенного нет. Ну, а ты твори молитву сюда. Когда вот покупается, не будет осложнений? Не знаю. Оно у нее было... Ватку дайте ей заткнуть и все. Да. Бывает резиновый колпачок надеть. Лето пройдет и ни разу не искупается. Она сейчас ей лучше будет, она может обкупываться. Она же все равно под душем-то моется. Мы думаем, вот создадим ей тепличные условия. Наоборот, надо организм закалять. Закалять его. Люди холодной водой обливаются и прочее. Почему мы решили, что вот я буду щадящий режим, у него будет
Ничего у него не будет. Щадящий режим, когда перелом, не давать сгибаться, чтобы сразу... Пусть купается, но просто время немножко подавить. Пока не надо купаться. Пока я займусь. Я с сегодняшнего дня, там, мне батюшка дал березу высокую, я буду принесу и помаленьку ей давать. И тут у нас медовая... Ну, пока ее не надо. Так, мед у нас есть здесь? Да, есть. Мед. Значит, каждое утро давать ей меду. Не надо пока купаться? А? Ей купаться пока не надо? Кому? Вот этой? Да. Нюре? Ну, пусть купается. Ой, дай на ухо заткнул, да и все. Ну, пусть купается. Вот этой, говорит, нельзя. Нельзя, значит, нельзя. Но мы здесь займемся активно лечением, как у нее пойдет. Потому что индивидуально на каждый организм действует по-определенному. Вот начинает что-то говорить, а оно вредно бывает. Вчера я в интернете нашел против селедки, солодки, выступают двое. Я сдал, а почему они выступают против? Значит, у них что-то есть конкурирующее, я добавляю в леденцы где-то что-то там от солодки, они начинают против. Солодки 3000 лет назад уже в Китае лечат. Ее добавляют в горькие лекарства. Она абсолютно на все благотворно влияет, корень солодки. Но его помаленьку надо, потому что это, во-первых, ценное очень. Сохраните, домой повезете. Ну ее как, жевать так надо? Все, да. Чай, стоп, чай, платочки, чай. Да. Платочки вот покажите. Сейчас даем, не разговаривайте. Внимательно слушайте. Ваня, Паша, рожай. Что? Так, полное молчание, молча подавай. Кто будет разговаривать, будет стоять весь обед вот здесь. Я же сказал. Так, Ваня, ты можешь шапочку снимешь сегодня. Так, внимание. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Аминь. Во славу Божию, да сыто ешьте. Никак. Беда достигает перед едой, перед обедом. Все получат. Так, передай туда дальше. Передавай. Святой воды. Да, обязательно пей. Дежурный. За здоровье будет. Не забудь мне сегодня на сибирёзовый сок. И викуха поесть. И утром давайте ложечку меда там внутри. За час. Заберите. Щетку давайте сразу, чтобы я очистить мог. Так, вот это раздать. Щетку. Я очищу ее. Сюда маленько сдвинуть. Наложили вот. Вчера вечером уже поздновато было, позвонила бабушка. Такая? Пойдет или да, да. Вот это можно. Пожалуйста, я тут держу. Да нет, где-то много было. Я сказал, что вообще все хорошо. Сказал, говорю, какая тебе бабушка героическая, она засмеялась. Видите, я даю то, что не по норме. Чтобы было облегчение организма. Так. А дай, чтобы не уронить. Где Тарасия у меня? Сзади вас. Сзади вас. Да. А почему он там? Ложку давай стой. Так, вы сразу подходите. Ты маленький, поэтому я ему даю поддержку. А смотри, какая ложка. Тёрта морковка. Так, Вика, давай. И у меня этот маленький. Кто у меня там маленький? Андрюша. Возьми у него ложку. Кто маленький? Троим, на всех у меня нету. Так, Андрюша сегодня. Нет, это у меня не Андрюша был. Это один раз. Этого. Давай-ка Тимофею. Тимофею, давай. Вот все, остальное мое. Все. По славу Божию.
Я не рассказал, что если мы возьмем сарана, мы уходим в лес. Приготовим березки и их притащим. Из них веники будем делать. Так, разговоры. Морковку кто тёр? Люба, это тебе. Спасибо. Есть она сразу. Ем. 5 минут она будет. У нас сплошные витамины. Вот салат. Капуста, морковка, редиска, которую сегодня продергивали. Ну, хорошо. Помидоры. Все заправлено маслом оливковым. Так, на. Кроме этого, щавель в супе. Суп зеленый называется. Капуста еще, щавель. Все остальное. Самое ценное. Витамины. Так, на второе будет каша. Пиво, того железо тебе добавлять. Мне очень много витаминов. Каша у нас будет с салатом, это будет здоровье. Шарик? Где наш шарик? На шарик. Ну, шарик. Шарик. Ну. На четвертое пряник. Слава Богу за все.